Есть еще свойство из четырех по нулю. Это единица. Из четырех по единице это легко понять. 1 плюс q плюс q квадрат плюс q куб. Из четырех по 2. Так, вот уже интересно, что такое из четырех по 2. Это должно быть две буквы А и две буквы Б. ААББ, АББ, АББА. Так, я прав? БААБ, БААБА и ББАА. Отлично. Что такое ААББ? Это два шага по горизонтали, два шага по вертикали. Что такое АББ? Горизонталь, вертикаль, горизонталь, вертикаль, да? Это идет, как видите, одна клеточка, поэтому здесь будет, так сказать, q в первой степени, здесь был q в нулевой степени. Что такое АББА? Так, АББА это так, А, потом два шага по вертикали, потом шаг по горизонтали. Здесь будет две клеточки. Здесь шаг по вертикали, два шага по горизонтали, шаг по вертикали. То же самое, две клеточки. Здесь шаг по вертикали, по горизонтали, по вертикали, по горизонтали. Вот здесь три клеточки. Здесь шаг по вертикали, по горизонтали, четыре клеточки. Ребята, я уже могу писать на горшке. Единица это вот это. Дальше. Q. Дальше вот это вот будет 2 Q в квадрате. Дальше вот это будет Q в кубе. И последнее будет Q в четвертой. Слушайте, замечательно. Теперь из 4 по 3. Так, и из 4 по 4 это, конечно, у нас. Это, конечно, у нас. Отлично. Отлично. Я вот посчитал их. И теперь посмотрите, пожалуйста, это многочлен возвратный. Что значит возвратный многочлен? Да, кстати, какая степень? Когда у вас есть число сочетаний из n по k, то это вообще-то многочлен от чему равна его степень. То есть q в какой максимальной степени может встретиться. Давайте пойдемте на эту картинку. Значит, вопрос сейчас такой. Вот если мы идем путем вот таким вот, какое максимальное количество клеток может быть под этим путем? N минус k умножить на k. Это все понимают. Просто за пределы прямоугольника нас не выпустят, а сначала пойти только буквами b, а потом буквами a мы можем. Значит, действительно, степень очень понятно пишется. K умножить на n минус k. И вот первое утверждение, которое мы с вами сейчас докажем. Господа, между прочим, оно... Это все очевидно, но просто на очевидное утверждение нужно уметь доказать. Итак, теорема. Если вы подставили в Гауссово число сочетания вместо q одну контуру, то есть q минус первой степени, то после домножения на нужную степень q у вас получится исходное Гауссово число. Французская школа дополняется английской. Итак, вот это мы называем французской школой, это называем английской школой. Когда у нас есть вот такой вот путь, сумма количества этих клеточек и этих, это как раз k умножить на n минус k. Ну и значит действительно такое тоже есть. Теорема, которую я не умею доказывать, что называется некой темой для размышлений, теорема такая. Коэффициенты у вот этого многочлена не убывающие до середины, а потом симметрично точно так же спадают до единицы. То, что называется унимодальная. Да? У нее максимум в центре, ну или может быть в двух точках в центре, да? В зависимости от четкости степени. Но не может быть так, что много, потом мало, потом много. Эта теорема доказана,